Сегодня он отправился в космос, а через 3 месяца прибудет в столицу Чувашии. 7 октября в Москве стартует эстафета Олимпийского огня. Он преодолеет более 60 тысяч километров по суше, воздуху и воде. По городам и селам огонь пронесут самые достойные. Сейчас в каждом регионе формируют команды факелоносцев. С чебоксарцами, которые уже прошли отбор, познакомились здесь наши журналисты. Их лица знакомы всем жителям республики. Майор МЧС, эстрадная певица, заслуженный тренер и мастер спорта России по бадминтону, инвалид-колясочник. Именно им выпала честь пронести олимпийский огонь по улицам Чебоксар. Первых факелоносцев выбирали из 1000 кандидатов. Балетмейстер народного ансамбля Ирина Музыкантова признается, что для нее это предложение стало довольно неожиданным. Но и раздумывать она не стала. Я не боюсь, это наоборот для меня такая честь. Я как узнала об этом, мне стало очень приятно, что выбрали именно меня. Я считаю, что это большая ответственность и большая честь для меня. Готовитесь как-то к этому, не знаю. Ну, как можно готовиться? Ну, только морально, наверное. Тренировки у меня, каждый день тренировки, по сути, так-то, если сказать. Я профессиональный танцор. Я танцую каждый день и думаю, что я выдержу эту нагрузку. В отличие от эстафеты огня универсиады, олимпийский факел побывает во всех районах чувашской столицы. Протяженность трассы составит 30 километров. Эту дистанцию скрасят творческие коллективы. На всем пути в честь факелоносцев будет звучать музыка. На финише зажжется олимпийская чаша, и она навсегда останется в Чебоксарах. Число факелоносцев также оно больше намного. Это 160 факелоносцев у нас запланировано. Каждый пробежит дистанцию около 200 метров по всему городу. Есть свои критерии отбора этого маршрута. Оно нами предлагается, утверждается оргкомитетом Сочи 2014. Огонь Олимпиады прибудет в Чувашию в конце декабря. До этого времени команду факелоносцев сформируют полностью. На одну дистанцию вместе с артистами и спортсменами станут врачи, педагоги и даже студенты. Правда, имена многих участников эстафеты пока держат в секрете. Из 160 участников эстафеты пока известны имена лишь 32. Они прошли отбор в оргкомитете. Остальных выберут партнеры и спонсоры мероприятия. Но уже точно известно, что это будут достойные люди. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.